Акция «Юг без насилия» прошла в каждой школе Мохтаральского района. Проводили ее по-разному. Где-то в форме семинара, на котором можно выслушать мнение психологов и самих учеников, как, например, в колледже номер 15. Это учебное заведение подготовило многих известных бизнесменов района. И чем, собственное дело, не альтернатива молодежным разборкам, говорят учителя. Сонда жеке кәсіпкерлер арамыздан шығып лесіп. Наш колледж выпускает механизаторов, трактористов, швей и других специалистов. Из стен нашего учебного заведения вышли многие известные предприниматели района, которые руководят сейчас различными компаниями. Я думаю, если увлечь детей работой с техникой или обучить их специальностям, востребованных у нас на селе, и времени у них не останется на драки и другие правонарушения. Ученики Мохтаральской школы гимназии номер 6 акцию «Юг против насилия» провели в виде флешмоба и различных конкурсов. Яркие рисунки на бумаге и школьном асфальте как контраст можно противопоставить школьному насилию. А тем, кто хотел увидеть, к чему ведут семейные ссоры, школьники показали спектакль. С нами часто проводят работу учителя и психологи. Они рассказывают, как нам вести себя в стрессовых ситуациях и что делать, чтобы до стресса ситуацию не доводить. Самое главное, что я поняла, школьники не должны находиться без дела. Если мы будем чем-то заняты, искусством, спортом или другим досугом, то и времени заниматься правонарушениями не будет. А в специализированной школе «Дарын», где сегодня обучается свыше 350 одаренных детей со всех сел района, предлагают бесцельному времяпрепровождению другую альтернативу – науку. На взгляд школьников яркие химические опыты гораздо привлекательнее тусовок в темных подворотнях. Свои варианты борьбы со школьным и бытовым насилием, от спортивных состязаний до традиционных национальных игр, предлагали и ученики десятков других учебных заведений Мохтаральского района. Самое главное, говорят школьники, чтобы все дети находились в пределе. Даниар Худайбергенов, Мейрбек Тулебаев, Камила Сайфуллина. Информационная служба телекомпании «Отрар».